Дорогие друзья, здравствуйте! Добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Светлана. Знаете, вот только что пришла с улицы домой и, открыв интернет, увидела, что, возможно, сегодня уже отключат нас от YouTube. И, конечно, мне не хотелось бы утратить связь, которая у меня наладилась с вами, мои дорогие подписчицы, мои любимые девочки. Спасибо вам огромное за такие добрые, теплые слова. 3 месяца, что существует мой канал, я получала исключительно добрые ваши комментарии. Спасибо, я очень признательна вам. Мне это придавало сил и придает, и, надеюсь, будет придавать еще сил, поскольку я открыла свой канал на Яндекс.Дзен. Называется он также «Светланина посиделки». А ВКонтакте у меня давно уже есть аккаунт. И там я называюсь Лана Ланина. Тоже дам ссылку на канале. Если вдруг ограничат доступ к YouTube, надеюсь, что вы останетесь со мной. Я вас очень люблю. И вы прекрасно знаете, что я открывала канал не для того, чтобы зарабатывать деньги, а для того, чтобы найти единомышленников. Так я презентовала свой канал в самом первом видео. И такие единомышленники нашлись. И не просто нашлись, а вы со мной постоянно, чем придаете мне много-много сил. Спасибо вам большое. И знаете, вот сейчас, когда собиралась записывать это видео, вспомнила, что есть такая поэтесса Людмила Рубцова. И она ВКонтакте выложила вот такое слово свое. «Нельзя отменить жизнь. Мы по-прежнему встречаем рассветы и закаты. Любим, надеемся, верим». И часто именно слово становится главным врачевателем и придает жизненные силы. И помните, в одном из видео совсем недавнем, когда я рассказывала о Джо Диспенза, о книге «Сам себе плацебо», он же там то же самое сказал, что слово может излечить и словом можно убить. Я не буду говорить много слов. Я уже сказала и выразила свои чувства вам. Надеюсь, мы с вами встретимся вновь и продолжим наше общение. Я готова к общению с вами, я хочу этого общения. Я желаю всем, всем, всем мира, добра, взаимопонимания, выдержки и огромного-огромного здоровья. Спасибо вам, что вы были со мной. Надеюсь, мы не расстанемся и встретимся на просторах Яндекс.Дзена и ВКонтакте. Спасибо. С уважением, ваша Светлана. Пока-пока.